Всем привет, пацаны. Получил очередную посылочку. Пришел вот такой, короче, режечка. Вот такая у него кобура. Опа! Вот такая. 95 Х-18 кованая. Столюшечка у нас. 95 Х-18, короче, пацаны. Заказал себе вот такой ножичек. Очень такая известная, главное, старая уже мастерская, она живая, то есть много лет она работает, то есть вот такой ножичек я у них заказал. Давно уже работает, а значит проверено временем, солидно. Вот такой, я взял я такой, пацаны, ножик себе на рыбалочку ездить. Маленький, то есть видите, узенькая, рыбку почистить где-то. Пропотрошить. Вот такой ножичек, короче. Столюшечка 95Х-18. А почему 95Х-18? А потому что где там в лесу, какая там ха, еще другие стали. Бросил в грязь, тудым-судым. Ты его где мыть-то будешь? В лодке, блин. Ты его мыть, что ли, будешь? Нет, засунул, поехал, бросил грязный. Дома где-то там, где вода помыл, тут же в воду болтанул. Что ты его будешь, об шкурку или тряпку с собой возить? Нет, вот самая сталь. Вот такая рукояточка у него. Короче, рекомендую, пацаны. Вещь хорошая. На сайте можно выбирать, заказывать ножи. Самое главное, мастерская уже. Сквозной монтаж. Рукояточка. Самое главное, старая. Короче, по бумажечке сейчас проверим. Опа. Оп. Короче, пацаны, фишка в чем? По этой бумаге режут вообще все ножи. То есть А4, толстый слой бумаги, его режут вообще все ножи. Вот он отрезает. Тут еще надо под углом каким, не каждый нож отрежет. Надо уметь, как я помню. Попробуем сейчас на газетке, я вам сейчас видосик встану. Маленький, то есть. Чистить там рыбку, почистить еще что-то удобно. Почистил, как конкретно взял на рыбалку ездить. Тут у меня для охоты там уточку разделать, еще что-то. Взял специально газетку, пацаны, проверить на остроту. Как бы режет, несомненно, пацаны. Наточен по газете, не хуже, чем тот. А вот мой, пацаны, ножик с Китая, который я заказывал, который типа русский, но делают в Китае. Тоже режет как бы газету идеально до сих пор. Но не всегда режет, конечно. Вот так что проверим, ну, пацаны. Ах ты, блин. Один рез сделал, второй не хочет. Короче, за рукожопие. Вот он отрезает. Видите? И вот он этот пошел нож. Нож, короче. Нож, бля, зацепа нет, как сказать, сейчас посмотрим. Короче, ну тут еще тоже надо уметь резать ему, даже наточенным ножом, пацаны. Вот это смотрите, как он входит, блин, просто в газету, просто при легком этом. У него острие вообще как кинжал, вот, просто хоп, чуть-чуть, и он уже вес начинает резать. Сейчас посмотрим, вот это нам не надо. Нет. Режет. Идеально. Берешь. Оп. И маленький кусочек отрезает. Оп. То есть видите, да? Заточечка вообще на высоте. Вот такой ножичек. Я так смотрю, кованы, следы ковочки. У него все дела. Короче, ручка, хват удобный. Рыбу почистить само то. Короче, вот такой ножик, удобный хват вообще, хоп, перехватиться, ручка такая нормальная, прямо, пацаны, такой серьезный резачок, длина, то есть сразу хоп-хоп. А вот он мой ножичек, пацаны, крыска, тоже на Алиэкспресс заказывал, сейчас я к чему его взял, проверить, как он режет. Ну, это-то добро, режет любой нож. Как бы А4 можно, если он, конечно, в конец не затуплен. Что тут у меня еще? Хоп, выкидушечка. Вот это поинтереснее. Тут вогнутый.
Прям этот. Сейчас попробую, почищу вам. Взял же я тут ножик, там сатин. Пацаны, самое главное, тоже не забывайте. Сатин. Где-то свеклу на рыбалке, где-то что-то почистил. То есть ты тряпкой его не оботрешь. Надо мыть, там поры такие забиваются. Он красный. Как его вымывать, не знаю. Вот этот... Тут у меня ножичек для охоты, короче, где-то уточку разделать, тудым-судым. А этот я взял конкретно под рыбалочку, пацаны. Вот такое произведение искусства под рыбалочку, короче. Будем на рыбалочку с ним ходить. Короче, нож шикарный. Единственное, мне не нравится вот эта вот заточка, когда раз сюда углубляется, если видите, то есть прям чуть-чуть. Ну, рыбку почистить сам, а то кончиком. Сейчас проверим еще. Пошинкуем овощи, что там, кого. Оба! Рез. Ну, ладно, тут маленько заусенцы, конечно. Ну, нет, тут я вообще не вижу. Так-то нормально. Видно, да, лезвие? Ага, как будто выкрашилось. Ну, нет, на самом деле нет. Вот такой ножичек пришел. Короче, рекомендую, пацаны, заказывать. Недорого. Проверенная мастерская. Ковочка. Сейчас еще скоро на обзоре будет Х12МФ. Хочу ножичек себе заказать. Нашел там тоже мастерскую. Ну, Х12МФ, пацаны, надо знать, у кого заказывать. Надо знать. Не каждый с ней справится. Вот такой ножичек, короче. Такая. Короче, нож отменный. Но и минус. Ножны говенные. Ну, так себе, простенькие ножны, короче, ни о чем. Ножны не очень, пацаны. Ножны бы я в другие. А сам нож идеален. Ну, если надо, и метнуть можно куда-нибудь в голову. В березку в кому, в какой-нибудь. Короче, нож. Такой ножик, пацаны. Стильный, шикарный. Рекомендую. Пацаны, бардак, ничего не стал тут брать, проверять. Короче, вот, думаю, возьму, посмотрим с вами, сейчас настрою камеру, короче, посмотрим с вами на рез. Вот, как я и говорил, рыбу чистить, то есть вот он ножичек, вот он вообще изумительно, пацаны, чистит, маленький, удобный. И резик сейчас проверим с вами, ну, без усилий, то есть как его вообще, вот он режет, пацаны, просто. Просто режет идеально. Короче, ссылочка, пацаны, на ножик в описании. Обязательно. Если кому надо, пацаны, не стесняйтесь, подписывайтесь. Вот, даже палец порезал. Под это. Подписывайтесь, пацаны, на канал, не забывайте. И что вы думали, я вам не возьму этот нож? Конечно, возьму, короче, для сравнения. Смотрите, насколько он больше, толще. Ну, это чисто я под уточку разделывать взял. Минус. Сатин, пацаны, не берите сатин, вот тут забивается в эти поры, вот, короче, свеклу сейчас взял специально, какая есть, сейчас вам покажу, вот она, свеколочка. Рез, несомненно, пацаны, рез у него идеальный, то есть режет он тоненько, но смотрите, как вы эту херню вымывать будете, я вот протираю, бля, она остается красная вся в этой хрени, да, вот для этих тоже целей. Пацаны, надо иметь. Ну, режет он, короче, идеально. Вообще идеально. То есть, вот этот нож даже... Резик из-за спусков. Спуски имеют свои значения. То есть, для столовой кухни этот врезается похуже. Ну, то есть, взять, если спуски взять. Вот, пацаны, пчак, допустим. Вот он, пчак. Берешь вот для столовых этих. Вот он. Врезается идеально. То есть... Пожалуйста, вот свекла поперла. Что там, я не знаю, яблоко вам взять из крансафиума. Сейчас по яблоку скажу. Рез входит. Режет, конечно, идеально. Вот она. Режет идеально. Вот, пожалуйста. Берем этот ножик. Кстати, пацаны, берите. Ну, это что там, алюмишка, не алюмишка, что они насаживают. Короче, вот это только царапается, а вот эта фигня... Пока новый. Вот он полежал, он практически ничего, я там не работал. Две утки разделал и все. Пожалуйста, она, короче, потемнела. Вот это хренотень минус. Вот он, пчак. Такая же херня. Она темнеет.
А это уже не темнеет, она у вас так и будет блестеть. Ну вот сейчас поэтому сразу смотрим, яблочко отрезаем. Опа, так вот. Тоненько, хоп. Заходит, хопа. Тонюсенько, пацаны, вот она какая толщина. Короче, вот этот ножик мне на рыбалочку я взял, само то, пацаны, на рыбалочку. Короче, ссылка в описании, как всегда, заходим. Покупаем, если кому надо, кому не надо, можете не брать. И, кстати, не забывайте подписываться, пацаны, на канал. Подписались, больше видео увидели. Я там что-то закупил, где-то написали. Я, может, возьму для вас специально, сниму, а потом еще и разыграю этот товар в видео для вас, чтобы вы выиграли. Все, давайте, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.